А я не исчезла. Я работала. За последнюю неделю сделала много шагов. Съездила в Москву и обратно. Привезла вот такой док-мобиль с собой. Возвращались ночью, пассажиры уже дремали. Эти двое ездили со мной за компанию, чтобы не скучали дома. Из вновь прибывших – красоточка Веймаранер, ласковый серый призрак по кличке Маус. Приехала на передержку. Очень стеснительная и спокойная девочка. Освоилась только на второй день. Ночует в теплом домике. Ее лучшим другом стал бородатый щенок Фидель. Он приехал учиться базовым командам по программе подготовки к натаске. Бегать, кушать и расти. Кстати, этого щенка подбирала я, но об этом расскажу отдельно. Ему почти 4 месяца. Он уже умеет сидеть, ходить рядом и даже поднимает лапку. А еще мы мячик купили. Не пытайтесь повторить это фото. Если вашей собаке нужна самая веселая передержка на время вашего отпуска, переходите по ссылке в закрепленном комментарии или пишите в Telegram. Ссылка там же.